Парламент Южной Осетии внес поправки в конституционный закон о Верховном суде. Над проектом уже работал прошлый созыв, как отметила Зита Бисаева. На заседании комитетов были детально доработаны и обсуждены все вопросы. Нынешняя редакция определяет подсудность Верховного суда не только по административным делам, но и еще также рассматривает в качестве суда первой инстанции отдельные уголовные и гражданские дела. Законопроект предлагает также предусмотреть возможность формирования председателя Верховного суда судебных составов президиума Верховного суда. Я хочу сакцентировать на это внимание. Из-за того, что состав, один и тот же состав, не может рассматривать вопросы, подсудные Верховному суду, была некая проблема с рассмотрением, поэтому некоторые вопросы не рассматривались. Одни и те же судьи не могут рассматривать одно и то же дело вторично. Эта проблема стояла перед Верховным судом, поэтому они сегодня эту инициативу проявили. Сейчас есть такая возможность участия самого председателя Верховного суда, его заместителей, и уже формирование президиума Верховного суда будет под председательством самого председателя Верховного суда. Бисаева отметила необходимость внесения изменений. Необходимо внести в часть 5, статьи 5 Конституционного закона о Верховном суде, чтобы исключить часто возникающие на практике ситуацию, когда дела, переданные на рассмотрение президиума Верховного суда, остаются нерассмотренными. Спасибо за такую инициативу. Я считаю, что Верховный суд вовремя среагировал и меняет процесс рассмотрения тех вопросов, которые находятся в подсудности. В новой редакции необходимо его принять для того, чтобы более эффективно судебные органы работали в своей сфере. В Южной Осетии начнут действовать обновленные российские уголовно-процессуальный кодекс, гражданский процессуальный кодекс и кодекс административного судопроизводства. Российская Федерация за то время, пока парламент вводил действие, введение в действие УПК и ГПК, это 2007 год, 2011 года и так далее, за это время в Российской Федерации внесены достаточно большие изменения в эти кодексы. Сегодня есть нестыковки с нашим законодательством, поэтому есть необходимость внесения этих изменений и введения в действие уже кодекса в Российской Федерации в новом виде. Это даст возможность и судебным органам, и надзорным органам более эффективно работать в своей. Значимость законопроекта отметил и председатель парламента Алан Маргиев. Важность и необходимость их принятия обозначила Зита Григорьевна. Вашим словам добавлю, что в принципе даже на первом этапе уже в ходе работы парламента 8-го созыва при рассмотрении указанных законопроектов не были вопросы, возникали вопросы, в том числе и по финансовому обеспечению ряда статей этого закона. Поэтому, как правильно было отмечено, никто из нас не приемлет того, что законопроект у нас проходил в каком-то сыром виде, чтобы на него не было необходимых заключений, сопроводительных документов. В данном случае речь шла и о финансовом заключении от правительства Республики Южная Осетия. Поэтому с учетом вот этого всего законопроект был проработан. Даже значит, после рассмотрения на первых двух комитетах, насколько я помню, Верховный суд отзывал эти законопроекты с тем, чтобы доработать, учесть те замечания, которые были высказаны парламентом, обозначены парламентом Республики Южная Осетия. И затем уже пакет законопроектов был представлен заново, был рассмотрен опять же на двух или трех заседаниях комитетов. И сегодня же парламент принял новую редакцию закона о статусе судей. В документе впервые прописаны такие нормы, как конфликт интересов, личная заинтересованность судей и непроцессуальное обращение. Хочу отметить, что этот законопроект направлен прежде всего на предвидение наших законов в судебной сфере именно к российскому законодательству. И также впервые в законопроекте раскрывается понятие конфликта интересов, личная заинтересованность судей и так далее. Вводятся новые дисциплинарные взыскания для судей. То есть новые требования, которые представлены в этом законе, они необходимы, они нужны. В
Впервые за 10 лет депутаты заслушали доклад генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в Республике Южная Осетия и о проделанной работе по их укреплению по итогам 2023 года. Заместитель председателя парламента Зита Бисаева отметила, что ранее у депутатов не было такой возможности. Между тем, эта норма прописана в законе. Генеральный прокурор республики привел динамику преступности на территории Республики Южная Осетия. Очень важно, чтобы сегодня деятельность, работа государственных чиновников прослеживалась в полном объеме. Конечно же, декларация доходов надо представлять. Надо быть прозрачным, открытым. Это в отношении депутатов и министров, независимо от того, какой чиновник. Вы должны показывать свою работу и свои расходы и доходы, стыковать именно с учетом с ваших доходов. Поэтому такая необходимая норма. Мне очень хочется, чтобы контроль за этим осуществляли соответствующие органы должным образом. Поэтому я считаю ее нужной, необходимой, что она сегодня отражена в соответствующем законе. Субаев сообщил о сокращении количества преступлений по определенным статьям. Он также сообщил, что все резонансные уголовные дела на стадии завершения. На 15 единиц или на 25,4% зарегистрировано больше тяжких видов преступлений. Это 59 на 44. 44 было в 2022 году. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.